Зима в Юго-Восточной Азии. Зима в Юго-Восточной Азии – картина лета, какое не всегда бывает жарким в широтах северных на той же долготе. Пусть это лето не вполне обычно, экзотикой умеет взор прельстить, но солнце больше не стоит в зените, не слепит жадную полуденной звездой. Хоть греет, как всегда, и светит ярко. И редкий дождик также освежает, как осенью в сезон кипучих гроз. Так и судьба. Пожалуй, что картина жизни только на исходе, на самом севере пути, что с азимутом на полярную звезду. И говорить о ней бывает рано ребятам молодым и зрелым мудрецам, на опыт полагающимся свой, а также дамам в обществе мужском, которым все еще цветенье мило, когда редеют кроны миндаля и хорошеют праздничным букетом плюмерии на пляже городском. Когда на палисандрах диким скопом друг с другом майны бойко верещат, и путники прекрасно понимают причину изменений этих, а значит и весны предназначение, когда совсем гивеи облетели, и в Юго-Восточной Азии зима.